Очередная всероссийская акция «Ночь кино» состоялась 24 августа. Во всех городах Подмосковья, а также в Мытищах устроили бесплатный показ популярных российских фильмов. В программу вошли три современные отечественные полнометражные картины. Российско-сербская драма «Балканский рубеж», фэнтези «Домовой» и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Организаторы мероприятия – сотрудники Мытищинского управления культуры и туризма. В этот раз подготовили 5 площадок для показа фильмов – в городском парке на площадке для велотрека, в центрах культуры Подмосковья, Марфина и домах культуры Новосельцева и Протасова. Показ начался в 20:00. В Мытищах акцию поддержали более 250 человек. Состоялась она уже в 4-й раз.